На Первом канале завершается показ 5-го сезона военного сериала «По законам военного времени». Заключительные серии картины выйдут в эфир 6 мая, в них мы увидим, что жестоко убита семья Клод. Но кому понадобилось сводить счеты столь страшными методами? В городе орудуют вооруженные банды, которые преследуют самые разнообразные цели. Дремову предстоит тяжелый допрос руководителя юноши из Гитлерюгенда, против которого появились новые улики. И главное, след снова ведет в бордель, где планируется облава. Заключительная 8-я серия. Светлана Петровна узнает время планируемого восстания, к этому моменту его место ей уже известно. Следователи готовятся предотвратить кровопролитие. Накануне спецоперации у Елагиной с Дремовым происходит откровенный разговор. Светлана получает информацию, ставшую шоковой для нее и для Рокотова. Она понимает, что предстоящая им финальная схватка окажется сложнее и опаснее, чем казалось ранее. Заключительные серии военного сериала «По законам военного времени» состоятся 6 мая на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.